Привет! Меня зовут Алекс Уилсон. Я журналист самой читаемой в стране газеты American Post. В своих статьях я пытаюсь выяснить, кто мы такие и что такое Америка. Все знают, что Америка — страна возможностей. И американская мечта может стать реальностью. Но у каждого здесь собственный путь к этой мечте. Каждый работающий американец может взять столько кредитов, сколько хочет. Плохие новости, парень. Прости, но ты уволен. Я уверен, ты без труда найдешь новую работу. Удачи! Наша финансовая система бесподобна. Ну ладно, хватит о достоинствах, поговорим о недостатках. Так вот, например, конгрессмен Кевин Дэвенпорт утверждает, что главная проблема Соединенных Штатов Америки — это... Мигранты. Я, как патриот, не могу молчать. Нелегальные мигранты — паразиты нашего общества. Вот главная проблема Соединенных Штатов Америки. И он абсолютно прав. Именно мигранты вероломно построили его дом. Нагло воспитывают его детей. Бесцеремонно готовят ему еду. Сколько можно это терпеть? Многие ругают Америку. Но в то же время миллионы людей стремятся попасть сюда. И оказавшись однажды в Америке, ты понимаешь, что это страна мечты. Лучшая из худших. То есть из всех остальных стран. А патриотизм — это любовь к стране, несмотря на все ее недостатки. Не правда ли, господин Дэвенпорт? Не правда ли, господин Дэвенпорт? Браво, Алекс. Мне позвонили из приемной этого Дэвенпорта и сказали, что собираются подавать в суд. Ты можешь писать, не оскорбляя всех этих уродов? Вы сами пропустили это в тираж. Я, что ли, должен за всем следить? Ну, да. В общем, тебе надо уехать на время. В командировку. В Россию. Не благодарю. Но, мистер Купер... Отсидишься пару месяцев. К этому времени выборы пройдут, и конгрессмен успокоится, а ты пока попишешь, наберешься опыта работы за границей. Понимаешь, о чем я? Заодно отвезешь награду для своей новой начальницы. Лучший филиал American Post. Почему в Россию? Ну, у тебя же бабушка русская. К тому же там появилась вакансия. А что случилось с предыдущим журналистом? Алекс, ну откуда я знал? Выпил слишком много водки, медведь съел. Какая разница? Езжай. Нет, пожалуйста, мистер Купер. До свидания. Покойся с миром, Алекс Уилсон. Ты был хорошим журналистом и прекрасным другом. Итак, что такое Россия? Россия — страна, где можно стать кем угодно. А для бизнеса здесь вообще не паханое поле. Лично меня в этой стране привлекают деньги. Но где ты шляешься, придурок? Опаздываем уже. Я люблю Россию. Это страна тысячи возможностей. Ну, например, здесь можно встретить иностранца, выйти замуж и уехать куда-нибудь.
Есть одна хорошая русская пословица. Где родился, там и пригодился. Ну, я, правда, в Киргизии родился. Но в 96-м я чуть не утонул в проруби под Москвой. Поэтому считаю Россию местом своего второго рождения. Россия – это прежде всего богатая культура, история. И здесь замечательные, отзывчивые люди. Слышь, Ань, он там тебя не умирает? Я остановлю сигарет купить. Мне жвачку захвати. Моя русская бабушка всегда повторяла: если поедешь в Россию, не торопись говорить по-русски. Будешь всегда знать, как к тебе относятся. Такси недорого. Такси 1000 рублей. No, thank you. Мужики, пиндос! Бабушка была права. Да, Екатерина Денисовна, я вот уже встретил, да, вот уже, вот буквально в машину садимся, да. Спасибо. Мистер Уилсон? Yes. Добро пожаловать в Россию. Как вы сели? Да, все хорошо. Извините, но это не... Ты куда? Чемодан подошли? Давай, я тебя забыл спросить, какой чемодан. Ты что творишь? Что это? Система безопасности. На случай, если подушки не сработают. Это шутка. Меня зовут Роман. Извини. Сори. Да? Рома, ты где? В Москве. Очень смешно. Я надеюсь, ты будешь вовремя. На знакомство с будущим тестем не опаздывают. Ты же не забыл? Нет, конечно, принцесса, не забыл, как я мог забыть. Просто в пробочке стою. Сейчас выберусь и приеду без опозданий, не переживай. Целую. Да ладно, не ссы. Спокойно. Плюшевый. Ну, наконец-то. Привет. Пап? Знакомься. Это Рома, мой парень. А это мой папа. По совместительству ее генеральный спонсор. Анатолий Анатольевич. Роман. А это? А это Алекс Уилсон, журналист из Америки. Приехал специально по моей просьбе для того, чтобы поднимать уровень нашей газеты. Yes, Алекс? Yes, yes. Какой газеты? Ну, пап, я же тебе говорила, Рома занимается медиабизнесом. Ну, я всего лишь член совета директоров одного из изданий. Журналист, значит? Как тебе говорят, вторая древнейшая. Хорошо, не первая. Yes, Алекс? Yes, yes. Не алло по-русски. Ладно, давайте к столу. Рома, что происходит? Почему мы не поехали в гостиницу? Русские обычаи. Сначала за стол. А это кто? Это мой партнер, один из богатейших людей России. Рома, что это? Это обычный русский обед. Обычный? Ежедневный. Значит, газета, говоришь. И о чем вы там пишете? О бизнесе пишем. О деловых, успешных людях. Ну, в общем, о таких, как вы, Анатолий Анатольевич. Ты что, хочешь написать про меня статью? Ну, я, насколько знаю, вы не общаетесь с журналистами. Это точно, потому что они все козлы. Папа, у тебя все козлы. Мог бы для Ромы сделать исключение. А давайте выпьем за знакомство. Простите, а можно мне колу, пожалуйста? Кол? Кола. А, американец. Они же виски с колой предпочитают. Она у нас при 40 градусах замерзает. Поэтому только водочка. Sorry, спасибо. Я не пью алкоголь. Алекс, выпей. У нас в России с человеком не выпить. Это как у вас в Америке средний палец показать.
Ты же не хочешь показать ему средний палец? Нет, не хочу. Поехали. Алекс. До дна. Что? До дна. Просыпайся. Рома, просыпайся, мы опаздываем в офис. У меня в 10 встреч с Екатериной. Она уволит меня. Кто тебя уволит? Ты же член совета директоров. Я водитель члена совета директоров. Ваше вступительное слово на презентацию. Вялое начало переделать. Проект оформления зала. Золотые ленточки? У нас презентация, не армянская свадьба. Вот список приглашенных, ваш кофе. У меня что, 4 руки? Так, внимание! Зоопарк! Сегодня к нам приехал журналист из нью-йоркского офиса American Post. Настоящий профессионал, который не спит на работе, не красит ногти и не играет в компьютерные игры. Хоть один приличный человек появится. Марина, пригласи Уилсона. А его нет. Пока. Он должен был приехать 2 часа назад. Екатерина Денисовна, извините, я Алекс Уилсон из США. Хай. Профессионал приехал. Это все Рома. Он сказал, что он член совета директоров. Повез меня к какому-то олигарху на обед. Потом мы были в бане, а потом я... Я не помню. На презентации вы должны вручить мне награду из Нью-Йорка. Надеюсь, вы ее не пропили. И Оскар получает Анатолий! Нет. Нет. Не переживайте, все окей. Мозаика моя, да? Привет. Ну что, вы отошли после вчерашнего? Да я нормально, а что мы выпили-то там? Это америкос вон расклеился. Ну, ясно. Я поговорила с папой, договорилась. Сегодня с 5 до 7 можете подъехать и взять интервью. Интервью? Какое интервью? Мы про вас не то что статью напишем, мы вот разворот целый сделаем с этой фотосессией. А, интервью, да. Да, это мы подъедем, да. Да, обязательно. Задайте перезвоню на совете директоров. Чё творишь, урод? Ты сам урод, ты вонючий урод, скотина, ты вонючая скотина, ты стерлец, ты испортил меня первый рабочий день, ты! Заговори. Вот, мне нужен этот адрес, где мы вчера были, статуэтку нужно забрать. Давай я отвезу тебя.
Я с тобой больше никуда не поеду, понял? Алекс. Алекс, ну хорош уже дуться, чё как маленький-то, а? Ты скажи мне лучше, где ты так хорошо русский язык выучил? Вонючие уроды. Бабушка научила. Бабушка. Зачем ты сказал, что ты в совете директоров? Алекс, ты Анатолия Анатольевича видел? Ты дома его видел? Иру видел? Как ты думаешь, стала бы Ира встречаться с простым водилой? Они же все равно когда-нибудь узнают. Вот. Вот когда они узнают, я как-нибудь выкручусь, понимаешь? Твою... Кто ж так водит-то? Рома, сиди в машине. Нет, Рома, пожалуйста, Рома, стоп! Сразу написала бы дура. Выходи из машины, давай. Выходи из машины, Рома, говорю. Пожалуйста, здесь... Ну смотри, здесь ну, почти ничего нету. Это она не виновата, пожалуйста. У нас нет времени. Екатерина мне... Кто так ездит, баран? Я умер? Я в раю? Нет, я в аду. У вас небольшой ушиб. Ничего страшного. А где я? У меня дома. Это моя сестра Аня. Она врач. Очень, очень приятно. Я Алекс Уилсон. Я всего 2 дня в России, и вот. Разве тебе можно было? Слышь, губу закатай. Что? Рома, почему каждый раз, когда мне плохо, ты рядом? Я здесь сейчас при чем? Ты уж мне скажи, как в таком виде будешь Анатолия Анатольевича интервью брать? Интервью? Интервью. Ты вчера по пьяной лавочке обещал ему это с разворотом. Я сегодня не в состоянии работать. Я очень хорошо тебя понимаю, но тогда надо позвонить Екатерине Денисовне и сказать, что ты награду-то не привезешь. Я сегодня никакого интервью брать не буду. Говорят, что... Все русские олигархи – это бывшие бандиты. А вы стреляли когда-нибудь в человека? Сложа руки, ну, работаем. Час остался, ну, давайте. Катюня уже рвет и меч. Ладно, я запишу это, едем уже, едем. А, вместе с наградой едем. Давай. Ром? Рома? Ром? А? А что ты тут делаешь? Так я это, самое, это, туалет искал, что-то не нашел, заблудился. А Алекс где? Алекс, он вот, у папы, твой, ой, его интервью берет. А, ну и прекрасно. Ну, я думаю, он там один справится, да? Ну, если... Я ему говорю, если промажу, завод твой. Он ставит стакан на черепушку, и я с 45 метров. Стакан в дребезги. У него ни один волосок не шевельнулся. Ты мне не веришь? Да как же я верю? Нет. Ты мне не веришь. Пойдем. Пошли, пошли. А, видишь? Вон, вон, видишь статуя? На голову смотри. На ее голову смотри.
Да, скажешь, повторишь? А? Я? Ну, и Цельсия, на. Ну, а Цельсия, говорю. Стой! Оружие на пол! Архаровцы, тихо! Не продырявьте меня, американцы! Все, идите, идите! Молодец! Это тебе мой подарок. Большое спасибо. Пошли. Ты где был? А я с партнерами проект обсуждал. Мы только что... We need to go. Нам надо ехать. На презентацию. А как он за рулем будет? В России за рулем трезвым ездить страшно. Пьем. Ладно, поехали. Поехали, я вас отвезу. Если сейчас же этот американский кретин не появится, вместо церемонии награждения объявляем банкет. Почему мы не едем? Пробка. Да. Наверное, наш президент на работу добирается. У нас чем меньше президент работает, тем людям удобней. Добро пожаловать на ежегодную презентацию American Post. Теперь мы точно опоздаем. Когда мы не опоздаем? Игнат! Поехали! Как я выгляжу? Как партизан. Давай вперед за Обаму. Вот, все в порядке. Не, парню помочь надо. Анатолий Анатольевич, зачем ему помогать? Мальчик взрослый сам дойдет. Значит так, сейчас мы все идем на эту вашу презентацию. А потом едем в караоке. Там закрытое мероприятие, Анатолий Анатольевич. Ты че, для кого закрытое? Давай, пошли. По данным агентства ТНС, наша газета увеличила свою целевую аудиторию на 16%. Именно это направление наше издательство считает самым трендовым. Ну а сейчас внимание на экран. Со следующего выпуска в нашем издании появится новая рубрика, которая будет называться «Дневник американца». Ее будет вести американский журналист Алекс Уилсон, который приехал к нам. Ой, извините. Hi! Hi, hello! My name is Al... My name is Alex Wilson. Я из Нью-Йорка, и я успел. Я приехал здесь вручить официальную награду руководителю московского филиала American Post и очаровательной женщине вам. Вот. Ой. Вот. Да, извините, пожалуйста. Ой! Какой замечательный приз. Мне очень приятно. Мне кажется, что эта награда символизирует нашу ежедневную борьбу в погоне за сенсацией. Огромное спасибо господину Уилсону за такое яркое и незабываемое выступление. Да. Ходи. О! Ой! Подождите! 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 Я вас, русских, сначала не понимал, а потом немножечко выпил и сразу понял. Вы, русские, просто удивительные, вы настоящие, у вас нет этих фальшивых улыбок. Если вы ненавидите, вы ненавидите всей душой, а если вы любите,
любите всем сердцем, это честное слово. Я вас люблю, я вас люблю. I love you guys! I love you! I love you guys! И вас тоже, конечно, Екатерина Денисовна. Аня. Я смотрю, вы думалку совсем не бережете. А зря, пригодится. А может, я специально, чтобы вас увидеть? В следующий раз без полиса ОМС не приму. Иншуранс. Страховка. Если я продолжу работать с вашим братом, точно придется его оформить. После того, что ты там устроил, тебе пора оформиться на биржу труда. Вот. Вот. Давай, собирайся, там гостиница открыта. Итак, что же такое Россия? Россия — это страна, где отсутствует грань между безмерным гостеприимством и неуемным пьянством. Страна, в которой самые протяженные в мире дороги, на которых самые длинные в мире пробки. Страна, где чрезмерное самолюбие соседствует с абсолютным бескорыстием. А еще это единственное место на планете, куда помещается широкая русская душа. Так что такое Россия? Как здесь говорят, хрен его знает.